Меня зовут Виталий Гмырак. Я являюсь руководителем медиа-центра Белорусского национального технического университета. И, в принципе, я находился и нахожусь в эпицентре всех событий, связанных с случаем коронавируса, который был выявлен в нашем университете. В пятницу утром, когда это все было обнаружено, меня включили как члена рабочей группы, вот, и в частности я отвечаю за информирование общественности, что связано с этой ситуацией. Вот я целый день отработал, вот, мы проводили и рабочее совещание, потому что университет сразу должен был активизироваться, что мы сделали, вот, предприняли все необходимые меры, вот, рекомендации для того, чтобы, ну, избежать там какого-то распространения, вот. И так получилось, что утром, на следующую субботу утром, я тоже приехал на работу и решил померить температуру, и обнаружил, что у меня повысилась температура. Вначале у меня была температура 37,2, вот, пока я ехал, там где-то поднялась до 37,5, где-то 37,8, то есть в пределах у меня температура в этот день изменялась. Никаких контактов с первым заболевшим нашим студентам из Ирана у меня, конечно же, не было, но поскольку у нас существуют четкие инструкции, вот я позвонил в скорую, и приехала команда, два человека, ребят из скорой помощи, очень такие молодые, классные, современные, адекватные, рассказали вообще все, в принципе, разложили по полочкам, что меня ожидает, в принципе, мне рассказали. Я собрал сумку, вот, потому что я понимал, что, возможно, это будет, ну, если это коронавирус, что, возможно, мне предстоит очень долго, ну, как долго там, как минимум 2 недели, там, да, там, пробыть в больнице, вот, и собрал необходимые вещи, и благополучно с этой командой скорой помощи уехал в инфекционную больницу. Как только я приехал, вот, меня поселили в одну палату с ребятами из нашего университета. Они мне померили температуру, послушали, как я дышу, вот, мои легкие, посмотрели горло, вот, ну и сказали, конечно, в принципе, симптомов других никаких нет, вот, но, конечно, нужно провериться. У нас такие инструкции, поскольку, ну, я так понимаю, что Минздрав сейчас активизировал все ресурсы, чтобы, ну, не распространялась вот данная инфекция у нас в стране. И они у меня взяли... Он взял у меня необходимый анализ вот на эту коронавирусную инфекцию. Нам сказали результаты в понедельник. Вот, сказали результаты в понедельник утром. Вот, и потом еще раз в понедельник брали еще один анализ. Вот, и в понедельник вечером, в принципе, нам сказали, что все наши анализы, они хорошие. Вот, что нет никаких опасностей, да, что это ОРВИ. Что мы, в принципе, если хотите, мы можем идти домой, если никаких жалоб нет. Привет девушкам, женщинам, вообще персоналу. Вот, действительно, я могу сказать, что все... Я видел, каким было сложно, каким было тяжело. Огромный поток народа, риск вот этих всех инфекций, просто мало ли там кого приводит, действительно, как они стойко и профессионально выполняли свои обязанности.